На данном этапе следствия установлено, что погибший 39-летний мужчина являлся владельцем автомашины Toyota Land Cruiser. А в ночь происшествия к нему в салон на заднее сиденье сел 26-летний ранее судимый молодой человек, который попросил водителя подождать свою девушку. А впоследствии, по предварительным данным, нанес водителю ранение ножом. Потерпевший сумел выбраться из салона автомобиля и скрыться. Подозреваемый сел за руль транспортного средства и уехал с места происшествия. Во время движения по проезжей части злоумышленник не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак, а затем столкновение с автомашиной скорой помощи. Во избежание ответственности за совершенные деяния молодой человек, выйдя из салона, скрылся. Медработники сообщили о дорожно-транспортном происшествии и получили вызов от диспетчера о том, что во дворе дома по улице Аюнского лежит мужчина. Позже выяснилось, что это был погибший владелец транспортного средства. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. В настоящее время следователь Следственного комитета осуществляет его допрос. Готовятся материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.